Так, главное здесь аккуратно съехать. Да, очень опасный съезд. Сказал, говорю, аккуратно. Ого, ты красиво пролетел надо мной. Это было эпичненько. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Хелфан, Данила, Редиска, Васаби, Стим, Куёка. Пацаны, поздоровайтесь. Всем пиццы. Сегодня мы скачали очень крутую карту, называется Mario Kart. Она находится в воздухе, и можно вылететь и разбиться. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас гонки на воздушной карте. 3, 2, 1, поехали. Так, тут главное что, пацаны, внимательность. Машины взяли с одного паха все. Ой. Это жесть. Меня выбили из карты. Хорошо, ребята, есть сюда шанс их догнать, правильно? Правильно. Нет. Как это нет? Я буду тебя догонять. Ты меня догонишь. Я еду 120 км в час. Спокойно, контролирую ее. Хорошо. Ребята, все в моих руках. Блин, ну видите, как получилось? Случайно. Хотел я выкинуть, а выкинули меня. Ой-ой-ой. Как это едешь? А я уже не еду. А, все уже, да? Я еще еду. Ребята, круг не такой же большой, где-то занимает 1.5 минуты. Ё-моё. Я такую сальтуху сделал красиво, но не вылетел из карты. Я тут проезжал, кстати, это у меня заняло где-то... А отлично, 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 ребята, газуем на все бабки. Так у него преимущество, он уже проезжал эту карту. Кто? Тут кто-то просто ждал, проезжал эту карту. Ну и что, так тут дело случая, бывает, что и не везет. Так это все равно, он знает карты, как бы по обороте. Это не оправдывайся, если ты запорол. Ну... Ладно. А ты что, с этого раза запомнил бы все повороты наизусть и всю карту выучил? Да. Да ладно, не ври. Нельзя обманывать. Прощай. Отлично. А кто едет первый? А никто. Я первый, значит, еду. А я сразу за тобой. Тут человек. Ты за мной, да, едешь? А какая у меня машина? Нет, у меня белая машина. Так у тебя желтая машина. Ты не в ту сторону едешь, арахит. Движок застучал из-за тебя. Все, ребята, я финишировал. А, вон. Поздравляю победителя. Пацаны финишировали. Ну что, теперь гонки на любой машине с пака San Andreas. Любую можете брать, какую хотите. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Бля, я самая быстрая, я самая быстрая. Вот ты, Дима. Мне пришлось выбрать любую тачку. Ого, скорость. Да нет, до свидания, я сейчас тебе сделаю. А я тебя хочу. Ха-ха-ха, запорол. А иди ты. Я человека же порол. Лох. Дима, сам лох. Я тебе еще догоню. До свидания. Я жму на все прям... бабки, реально, на все. А я еду прям за тобой, Димас, прям дышу тебе. Ты на желтой машине поедешь. Да. Движок сзади видишь, у него находится. Видишь, я фиолетовая, это фиолетовая машина. Я не буду отвлекаться назад, ты специально меня хочешь запутать. Да. Я просто... Ну Димас... что, ребята, как всегда, я первый. Здорово. Ты что, лох? Ах ты тварь! Ага, накоптил, прикольно. До свидания, лох. Нет, я еще догоню, Димас. Не, все, это ЛГ. ЛГ, прощай. Давай, родная. Уходи. Почти. Обходим. Димас, я тут так уже, я эти машины уже давно тестировал, я знаю, какая из них самая быстрая и управляемая. Ну я вижу, как ты едешь последний. Так я вообще-то за тобой прям еду. Да? Ну удачи меня обогнать. Ха-ха, я слышу, как ты врезался. Ну что, ребята, вот финиш впереди. Отлично. А можно шоколадку, как второму месту? Ого, там успокойся, пси. Бум. Авария на трассе. Ну что, ребята, теперь можете вообще
любую машину, которая есть в моих модах. 5, 4, 3, 2, 1, go! Так мы тупо едем первым, на чили на расслабоне такие все. На чили, да? Да. Вообще так, да я в дорму, так доску. Воу, лох. Хорошо проеду. Хорошо джипик жмет, мне нравится. Если ж так, у Ёлка всегда лох. Так, я теперь, блин, последний. Нет, только не говори так. Теперь я последний. Блин, это я чувствую мощь, когда на нем еду. А, Димак, поздравляю тебя с победой. Наверное, ты первый едешь. Нет, я еду третий. Потому что я упал. А-а-а, нам повезло в этот раз, да? Да, я вам дал шанс, так сказать. Не, больше я эту машину не возьму. Почему? Я просто оправдываюсь, Дима. Не, ну я понимаю, что ты упал, и твои оправдания. Так бывает, случайно. Скорость большая была, я вылетел с карты. Ну, она едет 200 км в час, так что я не виноват. Я он тоже сальту... Я вылетел с карты тоже, но я не растеряюсь. Я сейчас поставлю заново машину. Давай. Да не, надо ехать быстро, как торпеда. О, сзади меня КамАЗ едет. Давай, подлец. Летим, 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 ребята, на все бабки. Йог, я тебе прям в спину пишу. Ой, я дышу какому-то белому джипу в спину. И фурик будет. Заветую. А кто на белом джипе едет? Не знаю, я уже легковую взял машину. Я джипа больше не возьму. А, ну смотри. Летим, смотри, летим, ребята. Просто, знаешь, я смотрел мультфильмы про гонки, там, тачки, вот что-то. Ну, не, занесло, ладно. Можешь не смотреть, разрешаю. Ребята, хочу сказать, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать с нами веселый ролик. На тебе первый, подлец! Мне бака не съела. Ребята, ну что, теперь гонка, когда можно тюнинговать машины. 3, 2, 1, гонка началась. Один. Так, главное здесь аккуратно съехать. Да, очень опасный съезд. Сказал, говорю, аккуратно. Ого, ты красиво пролетел надо мной. Это было эпичненько. Красавелла. А я говорил, что надо в меру улучшать машину. Я второй. Задом ехал. Этих трупов тут целый скорость. Хорошо, едем, не спешим. Хорошо, пожалуйста, удалите все свои машины. Да-да, давай, дирижабль. Я второй еду. Я первый. Да? Нет, не может быть, я должен первый ехать. А я первый еду. Ну, Дима знает, что быть особенно не всегда получается. А что ж такое? На тебе, подлец этакий. Не задерживай меня, дурачелло. Задерживайте его, задерживайте, я еду первым. Кто задерживает его? Ах ты, смотрите, что сделал. Взял меня, скин... Нифига себе! Да тут машина у меня чихает уже, пердит. Меня тоже. Газуем, ребята, газуем, не останавливаемся. Впереди у нас должно быть только первое место. А у меня первое место, Димас, еще займой. Чуть-чуть осталось. Я второй. Да ё-моё, эту машину несет как кусок дерьма. Надо было не улучшать, короче, этот, Димас, мощь. Димас, первое место, я доехал. Ну, умничать тоже легко можно. Так смейся себе! Да твоюшка, лошматки. Да лечу, 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 пацаны. Машина говно. Все, я финишировал. Не финишировал ты, не ври. Я тебе не дам проехать, Дима будет вторым. Ну ладно. Он столкнул мою машину в бездну! Нормально увалил. 3, 2, 1, поехали! Я на поехал. Вот это у нас тут мочилово на танках. А мы не проедем между вот этими штуками. Проедем. Ты голивый! Я улетел! Ну что, продолжаем. Там есть еще места, где мы не проедем? А, там нет, на танках очень много. Вот эти штучки, видите, эти? Ага. Их где-то штук 5 на трассе. Ну ничего. Всего. Ничего, ничего, едем. Может кого-то и догоню. Ой, я вижу, вон еще сзади меня едет.
Это так я же лечу. Ну я тут перелетел, да все, я обиделся. Ух, я на одной гусенице. Это было красиво. Да-да-да, блин, смотрите, он чувак едет надо мной. Прикольно сделано. Дрифт, дрифт, дрифт. Редиска, что ты делаешь? Все, линия стопа готова. А тут редиска решила вам не дать занять первое место никому. А чё? А нет. Он тут ноги поставил, на пони проехали. А, вот так значит, хорошо. Они пропали. Все, можете ехать. Блин, танк не такой уж и быстрый, как хотелось бы. Хотя вообще, я никого не вижу. Вижу, танк едет. Еще буду по нему вести прикольный бой. Не понял. Тащите, куёк, это куёк! Бейте его! Творите, черти! Вы что, черти творите, алё? Это что такое? Что за гонка? Нет, я упал. Я упал. Чего, опять. Не уважает, куёка. Ну блин, пацаны, ну что, я проиграл. Кто первый? Давайте будем смотреть. Давайте гасим куёка все дружно. Вот едет первый. Он будет победителем, пацаны. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите ролики. Подписывайтесь еще. На канал. Пока-пока.